14 января в Кировском районе Республики Крым на автодороге Таврида-Кировский вблизи села Журавки на 7-м километре около 9 часов произошло дорожно-транспортное происшествие с участием маршрутного транспортного средства. Предварительно установлено, что водитель автобуса Mercedes Sprinter, осуществляющий пассажирские перевозки по маршруту Феодосия-Кировский, допустил съезд проезжей части с последующим опрокидыванием транспортного средства. В автобусе находился водитель и 8 пассажиров. Все доставлены в лечебное учреждение для установления наличия телесных повреждений. Количество пострадавших уточняется. Обстоятельства причин дорожно-транспортного происшествия выясняют сотрудники ГИБДД. В рамках проведения мероприятий будет дана правовая оценка действиям водителя транспортного средства, перевозящего людей, а также организации-перевозчику.